Зима таки идет в Нижегородскую область. По утрам всю первую половину недели довольно морозно. Столбики термометров могут опуститься до минус 10. В северных районах области еще ниже. Но уже к выходным нижегородцев ждет небольшое потепление до плюс 1. Воздуха постепенно начнет повышаться, морозы ослабеют, и днем слабые оттепели, ночной фон также повысится. Синоптики предупреждают, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Это связано с тем, что к региону приближаются атмосферные фронты. Поэтому и ветер с северного сменится на юго-западный. Что же касается прихода настоящей зимы, то, скорее всего, это произойдет в самом конце ноября.